Видео с камеры уличного наблюдения попало в сеть. На нем заметно, как девушка на «Ладе Калина» ждет возможности выехать на главную. Дождавшись сигнала светофора, начинает маневр. В нее врезается 12-я модель ВАЗ. Водитель этой машины, видимо, намеревался успеть проехать перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся прямо на водительское место Калины. В результате девушка-водитель в больнице. По сообщениям очевидцев, у нее пробита легкая и черепно-мозговая травма.